Февраль. Достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен через Благовест, через клик колес перенестись туда, где ливень еще шумней, чернилы слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд.